82 миллиона тонн черного золота добыли казахстанские нефтяники в этом году. Более треть этого объема приходится на долю национальной компании «Казмунайгаз». Об этом на пресс-конференции сообщил управляющий директор «Самрук-Хазына» Малик Салимгереев. Теперь в планах к 2022 году довести объем нефтедобычи до 35 миллионов тонн. Перед «Казмунайгазом» стоит задача увеличить к 2022 году объем доказанных извлекаемых запасов нефти и газа почти вдвое, до 1,5 миллиарда тонн. По словам управляющего директора «Самрук-Казына» Малика Салимгереева, к этому же времени объем добываемых нефти и газа «Казмунайгаза» будет доведен до 35 миллионов тонн. Ради этого компания готова инвестировать в геологоразведку внушительные суммы. Затраты на геологоразведочные работы в течение последующих 5 лет запланированы в размере 693,9 миллиардов тенге. Из них для проектов на шельфе 329 миллиардов тенге, а на суше 364,9 миллиардов тенге. А сейчас в компании ждут результатов анализа причин аварии на одном из крупнейших месторождений республики Кашагане. На сегодняшний день там приостановлены все работы по нефтедобыче. Завершено 6 проверок, которые подтвердили отсутствие признаков утечек. В институте сварки Кембридж, Великобритания, продолжаются работы по лабораторным исследованиям трубных соединений на предмет определения причин возникновения утечек. Предварительные отчеты по результатам диагностики трубопроводов ожидаются в середине января 2014 года. К 2022 году «Казмунайгаз» намерен войти в тридцатку мировых нефтедобывающих компаний. Но прежде будет завершена реконструкция Атырауского НПЗ, наберет мощь линия производства битума на Актауском заводе пластиковых изделий и завершено строительство газопровода Бейнеу-Базой-Шымкент. К этому же сроку в нацкомпании планируют завершить газификацию столицы и северных регионов. Айсулу Кусаинова, Ержан Ханапия, Астана.